произошло событие, которое, ну, уже на самом деле не могло меня оставить вот, совсем равнодушным. У меня появились проблемы со здоровьем. Причем врачи ничего не могли объяснить. Я ходил к одним врачам, к другим. Они не давали никаких диагнозов. Симптомы были простые. Головокружение и очень сильное сердцебиение. В спокойном состоянии пульс около 120 ударов. Ну, что делать? Я знал очень много техник, как помочь себе. Я знал людей, которые меня вот немножечко поддерживают. И теперь я понял, что это может быть мне полезно не только в такой в лаборатории. Но вот реально я понял, что жизнь моя теперь столкнула меня с тем, что я должен это реально использовать. На самом деле использую. И я помню, когда я поехал на несколько консультаций к Ричарду Коннору, он говорит: слушай, попробуй увидеть, вот что ты хочешь. Увидеть. И я говорю: знаешь, я вот самое большое, чего хочу, я хочу бегать. Просто бегать. Я, ну, у меня пульс 120, как я могу бежать? Головокружение, я же могу где-то упасть. Он говорит: хорошо, держи вот это видение, держи вот эту цель, вот ты хочешь бегать. И прошло какое-то время, я помню, сидел дома, и что-то произошло. Я понял, что вот если я сейчас побегу, просто побегу, неважно, там, упаду я, то у меня есть шанс. А если я останусь вот в этом, то я, наверное, останусь жить вот этой жизнью, не знаю, жаловаться или что-то еще. Я выбежал. Первый раз моя пробежка состояла 5 минут. Это был такой первый шаг. 5 минут. И я понял, что я буду бегать каждый день, утром и вечером. Второй раз уже пробежка была 10 минут, потом 15. И где-то через месяц я бегал утром 40 минут и вечером 40 минут. И я понял, что за тем, что я делаю, есть сила. Это не просто слова, которые там люди могут говорить кому-то. А теперь я могу об этом рассказывать не потому, что я где-то это прочитал, а потому что я это прожил сам. Прожил. И у меня был опыт третьего НЛП практика, когда я смотрел, ну, уже как тренеры работают. И я видел, что то, что есть в работе тренера, это зачастую... Я видел, когда есть сила, когда нет. И теперь я, работая сам тренером, вижу, когда то, о чем я говорю, я вижу глаза людей, которые смотрят на меня, и которые немножечко... подались вперед и которые переживают вместе со мной. И я понимаю, за теми словами, которые говорили, сила. Это то, что вы уже знаете, я надеюсь. Хочу вам это напомнить. Потому что каждый раз, когда вы разрабатываете тренинговую программу или когда вы работаете с группой, вам нужно будет пользоваться ключом к успеху. Это то, что сейчас открыто перед вами. Вне зависимости от того, какой навык вы учите, преподаете, вы будете использовать процесс, в котором вам нужно будет перейти от одной точки к другой. Вы здесь, а дойти вам нужно сюда. Если нужно при этом научить человека определенному навыку, то это просто. Где вы? Куда вы должны дойти? Но это не только это ключ к успеху. Это очевидное предположение. Если вы хотите научить человека успешно, если вы хотите вести его, то тогда вам нужно понимать секрет успеха.
Когда люди обращали внимание на значительное различие между наиболее успешными людьми в бизнесе и всеми остальными, то они обнаружили вот это, одно из вещей. Этот ключ к успеху. Есть очень интересные нюансы, которые я бы хотел, чтобы вы понимали. Я знаю, что, я думаю, что вы это знаете. Но, может быть, некоторые не знают. Возможно, вы не знаете некоторые важные нюансы. Сейчас узнаем. Если знаете, я буду приятно удивлен. Есть три предположения. До того, как вы на самом деле доберетесь до ключа. Первое предположение. Вы можете измерить, где вы находитесь, то место, где вы находитесь. What skills does a person have now? What abilities Какие навыки есть у человека сейчас? Какие возможности есть у человека в настоящем моменте? Where are you? Где вы? General rule. Общее правило. Business. В бизнесе. 10 measurements. 10 измерений. If you can't measure in 10 different ways where you are. Если вы 10 разными способами можете измерить то, где вы сейчас находитесь, then you don't know where you are. Если вы не можете, тогда вы не знаете, where you are, you're not going anywhere. Если вы не знаете, где вы находитесь, вы никуда не придете. Assumption number two. Предположение номер два. Where am I going? Куда мы идем? Куда я иду? 10 measurements. Также 10 измерений. 10 measurements of where I am, 10 measurements of where I want to go. 10 измерений того, где я сейчас нахожусь, и 10 измерений того, куда я хочу прийти. Измерения. This skill, this ability, этот this навык, эта способность, эта сертификация, proof, доказательство. Proof of where they are and measurements of where they want to go, where you want them to go. Доказательство того, где человек находится сейчас и куда вы хотите его привести. There's a third assumption. Есть третье предположение. And it's very important. И оно очень важно. That where you want them to go, что то, куда вы хотите привести человека, is achievable. Достижимо. It's real. Реалистично. For some people, I want them to be. I want it's a guy who's playing a sport. Например, представьте себе человека, который играет в какой-то спорт. I want him to be able to shoot 95% from outside the key. Я хочу, чтобы человек выбивал 95% трехочковых, например. He's 6 years old. Ему 6 лет. How long? Как долго? 6 months. За полгода, 6 месяцев. Okay. He can't throw the ball that far. Он мяч туда даже не добросит. Much less than big baskets from that far. Не говоря уже о том, чтобы этот мяч влетел в корзину. Is it measurable? Yes. Можно ли это измерить? Да. Is it realistic? No. Реалистично ли это? Нет. How do you define whether it's realistic or not? In a person's head. В голове у человека? Probably most everything is realistic. Скорее всего, все реалистично. In business. В бизнесе. It's much easier to define. Определить гораздо легче. I want a 95% market share. Я хочу добиться 95% доли рынка. I'm competing against Procter & Gamble. И конкурирую при этом с Procter & Gamble. Right now I have no market. Сейчас у меня рыночная доля ноль. I want a 95% market share in 6 months. За 6 месяцев хочу добиться 95%. Can I measure it? Могу ли я это измерить? Конечно. Is it realistic? Реалистично ли это? Not gonna happen. Не получится. So, with human development. Говоря о человеческом развитии, so это не настолько очевидно. We'll мы будем больше об этом говорить. Будем говорить об этом больше. Okay. Now, these three assumptions, три предположения, whether it's business, будут ли они в бизнесе, либо в спорте, personal growth, либо в личностном росте, skills, в развитии определенных навыков. They're necessary. Они необходимы. But they're not the secret. Но не они являются секретом. Secret. Секрет. Is those five criteria in front of you. Это 5 критериев. What did we find the most successful people doing? Что мы обнаружили, что делают наиболее успешные люди? Developing growth ladders. Развивают лестницы роста. Which is, that's what the name of this is, growth ladder. Собственно, это так и называется, лестница роста. For everything goal they have. Для любой цели, к которой они идут. Whether it's personal, educational, будет ли это личная money, цель, образовательная цель, цель деньги, they develop growth plans. Они разрабатывают лестницы plans. Роста. Plans? Планы. Action plans. Планы действий. Strategy. Стратегии. If it's for a business, если мы говорим о бизнесе, then it's very complex.
то иногда бывают планы очень комплексные, thousands and thousands of steps, которые предполагают тысячи и тысячи шагов. We might call it a business plan, мы можем называть этот документ бизнес-планом или стратегическим планом. But every single thing a human does, но любая вещь, которую делает человек, is controlled by these five criteria. Может быть проконтролировано по пяти критериям. Everything you failed to do in your lifetime. Все, что у вас не получалось в жизни. Why did you fail? Почему у вас это не получилось? Because you failed to successfully identify or follow one of these five criteria. Потому что вы не смогли успешно следовать или определить один из этих пяти критерий. Если вы тренер, you are developing these growth ladders. И вы развиваете лестницы роста. For every single person in front of you. Для человека, который сидит перед вами. If you're doing your job. Если вы выполняете свою работу. Now, you have 80 people in front of you. Если перед вами 80 человек, you make some generalizations, some то нужно делать определенные обобщения и предположения. But you still think in steps. Но вы все равно представляете себе шаги. Here's the simple rule. Правило простое. If you know how to make the steps, если вы знаете, как делать шаги, you can't be stopped. Вас никто не остановит. You'll accomplish your goal. Вы добьетесь цели. Whatever that goal is. Как бы ни выглядела цель, training goal, будет ли это тренинговая цель или личная цель, if you have the three assumptions, если у вас есть три предположения, and you know how to make the steps, и вы знаете, как делать шаги, как the строить шаги. Success is in the steps. Секрет к успеху в шагах. Obvious? Очевидно. Secret of success is in the steps. Секрет к успеху находится в шагах. So, each step, каждый шаг, can be measured, можно измерить, the quality of the step, can be measured by these five criteria you have. Качество каждого шага можно измерить по пяти критериям. Criteria one. Критерий номер один. Achievable. Достижимость. Does the person have the skills or experience necessary to take the step? Есть ли у человека навыки и опыт, необходимые для того, чтобы он сделал шаг? Skills or experience necessary to take the step. Навыки или опыт для того, чтобы он сделал шаг. You tell a person, I want you to recognize six calibrations. Если вы говорите человеку, я хочу, чтобы ты умел отслеживать шесть калибровок. And they've never practiced. They don't have any experience. А у него нет никакой практики, нет опыта. Okay. How well are they going to be able to do that? Как хорошо они будут справляться с этой задачей? Not at all. Вообще не получится. They don't even know what a calibration is. Может быть, вообще не знают, что значит термин калибровка. Much less have they ever practiced identifying different ones. Потом и у них очевидно не было практики определения разницы в калибровке. You're going to be demonstrating calibrations. А вы будете демонстрировать калибровку. И будете уметь отслеживать калибровку. Okay. I want you to pay attention to this person's breathing. Я хочу, чтобы вы обращали внимание на дыхание человека. I want you to notice how deep it is. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на глубину дыхания. How much their body moves. Как движется тело человека. And how rapid it is. И как быстро идет дыхание. На частоту дыхания. What skills and abilities does a person need to have to do that? Какие навыки и умения нужны человеку, чтобы он мог выполнить эту задачу? They have to have eyes. У него должны быть глаза. Нужны слова. Нужен рот, и, может быть, уши, чтобы слышать, как человек дышит. So simple, right? Да, очевидно. Okay. Recognize six primary calibrations. Отследить шесть основных калибровок. Skills and abilities necessary. Какие навыки и умения нужны для этого? What are they? Говорите. What is a calibration? Что такое калибровка? What is a calibration? What six calibrations? What do you mean six calibrations? Что значит, what что six вы понимаете calibrations? Под шестью калибровками? Какие What's шесть? The difference between them? What do they look like? В чем разница между ними, как они выглядят? You understand? Понимаете? Okay. Practice at breaking behavior into pieces, into observable pieces and parts. Научитесь разбивать поведение на обозримые части. Okay. Calibration, what is it? Калибровка, что это такое? What's its pieces? What's its parts? Из чего она состоит? Из каких частей? Breathing, movement, дыхание, gestures, движение, volume, жесты, face, голос, eyes, движение eye головы, movement. Движение глаз. Accessing. There's a lot of things to observe. Есть очень много вещей для наблюдения. Do they have experience in practicing those separate kinds of observations? Есть ли у человека опыт в наблюдении за отдельными поведениями и действиями? If they do, then maybe you can say the word calibration and it means something. Если у человека этот опыт есть, то может быть вы скажете слово калибровки, и он поймет, что вы имели в виду. If they don't, it's just nonsense syllables. Если нет, то это просто звучащее непонятное слово. Is it achievable? Можно достижимый. Does the person have the skills and abilities necessary to make the step? Достижимый шаг. Есть ли у него навыки и опыт для того, чтобы сделать шаг? Make sense? Понимаете?
obvious, right? Очевидно. We make mistakes here constantly. Здесь мы постоянно допускаем ошибки. Why? What mistake is the most common mistake we make in this particular measurement? Особенно по вот этому критерию, какую мы чаще всего допускаем ошибку? I can do it. It's easy. Я могу это сделать. Это просто. I can do it. Я могу это сделать. Well, you can do it. Ну, значит, и вы можете сделать. Just because I have 40 years of practice. Просто потому что я практиковался 40 лет. And you have 40 minutes of practice. А вы практиковались минут 40. Come on, what's the matter with you? Давайте, ну что с вами не то? Понятно, да. Okay. Achievable. Достижимость. Short term. Краткосрочность. How long is it going to take you? Сколько у вас уйдет на нее шаг? Week, month? Неделя, месяц? An hour? Час? There's a general rule, guys. Есть общие правила. When people are beginning to develop certain skills, когда люди начинают развивать в себе определенный навык, 10 minutes. 10 минут. If it takes them longer than 10 minutes to accomplish a measurable result, если у человека уходит более 10 минут на достижение измеримого результата, then don't waste their time, they're going to fail. Тогда не тратьте их время, а у них ничего не получится. When we get the kids in the treatment centers, когда мы работаем с ребятами в реабилитационных центрах, 10 minutes is maximum. 10 минут это самый максимум. If we tell them to do something, мы говорим им что-то сделать, they can't accomplish a result in 10 minutes, если они не добиваются результата за 10 минут, we've just set them up to fail again. Мы снова заставили их потерпеть неудачу. They've got plenty of failures. They don't need failures. They need success. В их жизни уже было очень много неудач. Больше неудач не нужно, им нужны успехи. We don't give them complex tasks. Поэтому мы не даем им сложные задачи. Very, very simple. Очень-очень простые. Very basic. Очень базовые. So because they need to start lining up successes. Потому что им нужно выстраивать свои успехи в очередь. Guys, people don't learn from failure. People люди learn не учатся from от неудач. Люди учатся на своих успехах. From failure too, ну, but из, на неудачах тоже, но не так. That's after they become sophisticated learners. После того, как они начали становиться опытными учениками, краткосрочно, как долго? In business, I can work on a goal for about a week. Например, в бизнесе я могу работать над задачей примерно неделю. Before I start to get tired of the damn thing. Пока вот тогда она меня начинает уже утомлять. Anybody know what I mean? Знаете, что я имею в виду? You know, after about a week, I think. Примерно через неделю я начинаю чувствовать себя. Maybe this isn't quite as important as I thought. Ну, может быть, задача не настолько важна, как я думал. Well, there's some other things that I really need to finish first. Не, ну, сначала мне нужно закончить остальные задачи. I'll get right after this soon. А как только я все сделаю, я вернусь к этому. Probably tomorrow. Может быть, завтра. Или послезавтра. Или после. Никогда. Short term. Краткосрочность. How long can your participants work with energy? Как долго ваши участники могут работать с энергией? С интересом. With that desire. С желанием. Guys, if your people are working with desire, they're working good. Если ваши люди работают с желанием, они работают хорошо. If they're carrying the monster because you said to. Если они просто тащатся туда, потому что вы им приказали. Then they're not working so good. Тогда работа у них не такая уж хорошая. Understand? Понимаете? Okay. Simple. Очень просто. Low risk. Низкий риск. Right? Third one? Да, низкий уровень риска. Третий. Okay, good. Risk. Риск. This is a common mistake we make. Это очень часто встречающаяся ошибка. I can do it easy. Мне так просто это сделать. I can do it easy. Если я могу это сделать с легкостью, и ты можешь сделать это с легкостью. So stand up in front of this group. Так, становись-ка перед группой. And talk about yourself. И расскажи про себя 5 минут. My name is. Меня зовут. Hell, I do it this morning. Господи, утром я еще помню. Frank, yeah, Frank. А Фрэнк точно. I'm here. Я здесь. And I wish I wasn't. Хотел бы, чтобы меня здесь не было. Risk, sense of risk. Это риск, это чувство риска. One of my favorite examples. Один из моих любимейших примеров. When I was younger. Когда я был помоложе. Learning to climb mountains. Я учился лазить по скалам. I was hanging from the Saturday morning. И в субботу утром. My time to practice. Это мой день для отработок. My trainer and I are hanging from our ropes. Мы с тренером висим на канатах. He's beside me, right? Он рядом со мной. And it's only. И там внизу. 20 meters. Метров 20. Not bad, right? Ну, неплохо. Straight down, right? Так, ну, so по вертикали вниз. Interested.
Мне интересно. Some people call that nervous. Некоторые бы сказали, я нервничаю. I'm an NLP guy. Но поскольку я NLP, I call that intense interest. Я называю это интенсивным интересом. Language is important. Да, это значит, что это важно. So I'm hanging there, так вот, я там вишу. And I look at my trainer, Paul. Смотрю на моего тренера, на Пола. Пол okay, говорит, Frank. Смотри, Фрэнк. Today we're going to learn what to do when your equipment breaks. Сегодня мы будем с тобой учиться, что делать, если твое оборудование разламывается. What? Что? He says, okay. Говорит, смотри. Here's what I want you to do. Я хочу, чтобы ты сделал вот что. The main figure eight that holds your ropes. Держись за канат. I want you to take your ropes off. И я хочу, чтобы ты снял канат с карабина. But before you do that, но до того, как ты это сделаешь, rope, pull it around возьми your второй конец каната, up against your effective friction point, обведи вокруг своей самой эффективной точки трения, hold it in his hand, держи в руке, and make sure you keep it in that hand. И убедись в том, что ты держишь этот канат right. в руке. And then take it off. После этого снимай карабин. Никогда. Take it off. Снимай. He goes, Frank. Он говорит, Фрэнк, what's the matter with you? Ну что с тобой не так? Все просто. Все безопасно. Просто возьми, отвяжись канатом, зажми его в руку. This is the moment that I learned that hands can talk. Это момент, когда я узнал, что руки могут говорить. I looked at my hands. Я смотрю на руки. And my hands said to me really loud. А руки говорят мне очень громко и отчетливо. Don't ask. Даже не проси. Ребят, ну надо. Не проси даже. This is not happening. Ничего не получится. So, Paul looks at me, goes, Frank, Пол на меня смотрит, watch Frank, me. Смотри. He's gonna demonstrate. Я буду демонстрировать. I'm thinking of how long it's going to take me to call the ambulance. А я думаю, сколько у меня времени уйдет до звонка в скорую. So he goes, see? Видишь? And he goes, oh. I'm hanging there, right? Я вишу на канате. And I watch this thing fall. Я смотрю, как летит вниз карабин. For like, it felt like an hour. Он летел, кажется, час. Seconds, ну, может быть, секунд 10, да, 5 секунд. Thing, но я наблюдаю, как летит эта штукенция. С нарастающей скоростью, все время к земле. Карабин штука круглая. А земля твердая. Очень твердая. Карабин вонзился в землю. И я понял, какая часть меня вонзится в землю первой. И я знаю, что я буду торчать вот точно так же. Я смотрю на него. Говорю, Пол, ты через плечо можешь перебрасывать все, что тебе угодно. Если коснешься этого, ты в беде. Он посмотрел мне в лицо. И понял, что лучше рук не касаться. Oh, excuse me. Ай, пьюсь. Come on, let's go down. Ладно, поехали вниз. So we go, and I don't know if you've ever done that. Я не знаю, вы когда-то спускались на страховке, но это интересная штука. Вы отталкиваетесь от стены, немножко отпускаете страховку, вы провисаете вниз. Fun. Весело. Sometimes your heart even catches up with you. Иногда даже вас сердце догоняет периодически. I'm a little nervous with heights anyway, right? Я не очень хорошо себя чувствую на высоте в любом случае. So when I'm going, поэтому когда я делаю вот так, so anyway, ну, we get down, мы спускаемся, till my feet are like this far off the ground. Как, пока я повисаю где-то вот в метре над землей. And I'm hanging there. Вишу там. Hey, Paul. Я говорю, слышь, Пол, watch this, bro. Смотри. Неплохо, да? Я говорю, смотри. From this high off the ground. С такой высоты. Каждый день. Каждый день. Каждый минут, нет, это не важно. From 20 meters? С 20 метров. Никогда.
Why? Почему? It's the same thing. Все то же самое. It's the same behavior. То же самое действие. It's just a simple. Единственное, все просто. I know what to do. Я знаю, что мне делать. And I tell myself, и я говорю сам себе. So okay. My hands say, а руки мне говорят. Нет, не все окей. Никогда, идиот. Risk. When we ask a person to do something, когда мы просим человека что-то сделать, unless we're really trying to teach them about risk, если мы действительно только не задаемся себе целью научить его воспринимать риск, which we're going to do in here a little bit, что мы будем учиться делать здесь, you really want to pay attention to how the other person experiences risk. То нужно обращать особое внимание на то, как другой человек воспринимает риск. Small risk. Маленький риск. It's called interest. Называется интерес. Challenge. Это вызов. Yeah. Big risk. Большой риск. Большой уровень риска. It's called никогда. Называется никогда. Okay. So risk. Third one. Fourth one. Уровень риска. Четвертый. Behaviorally specific. Поведенчески конкретный. Read the calibration. Читайте калибровки. That's nothing. It says nothing. Это ничего, и говорит ничего. I want you to look at what happens to the muscles in their face. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как изменяются, как двигаются лицевые мышцы, как изменяется цвет лица, как изменяется цвет и как двигаются мышцы на лбу. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как двигаются плечи. That's a calibration. Вот это читать калибровки. Right? Or at least pieces of it. Или, по крайней мере, небольшая часть калибровки. Read the calibration. Читайте калибровки. Tell me about the stress response. Расскажите мне про отклик на стресс. All that ambiguous language is a waste of time. Как правило, сложные термины — это просто трата времени. And last. И последнее. Success. Успех. What is success? Что будет успехом? Sometimes the behavior that you want is the success. Иногда само поведение, которого вы хотите добиться, и есть успехом. Sometimes it's not. Иногда нет. So you will recognize, you will be skillful in recognizing six different calibrations when you can do this. Поэтому вы научитесь читать калибровки правильно, когда вы сможете сделать вот так, так и так. Success is. Успех это. Identifying three different calibrations correctly in a row. Определите три калибровки правильно подряд. Oh, okay. Хорошо. So when does your participant know? Oh, I did it. Когда ваш участник поймет, ага, да, я это сделал. Yeah. Only when you tell them, только когда вы ему скажете, what is success? Что является успехом. They know it ahead of time, он должен знать это заранее. Then they know when to dance. Тогда они знают, когда им танцевать. Why is that so? Почему это настолько важно? When you're leading a training group, when you're leading an individual, when you're когда teaching, вы ведете тренинговую группу, когда вы работаете один на один, когда вы преподаете, you're climbing a ladder. Вы взбираетесь по лестнице. And you're climbing the ladder together. Вы взбираетесь по лестнице вдвоем. There are rules. Есть правила. They're simple, but they're important. Они простые, но очень важные. What are the rules? Правила звучат вот. You know what pacing and leading is. Вы знаете, что такое присоединение и ведение. Right? Да? This is the ongoing process of pacing and leading. Это постоянный процесс присоединения и ведения. Okay? If you're not on the ladder at all, если вы еще не вступили на лестницу, then you can't lead. Тогда вы не можете вести. We call that something. Мы это называем кое-как. Мы называем это рапорт. Or trust. Или доверие. Or agreement. Или соглашение. Или убеждение. I'm going to ask you to do something. Я прошу вас что-то сделать. It's going to be irrelevant until you've made the decision to do what I ask you to do. Но мои слова ничего не значат, пока вы не соглашаетесь сделать то, что я вас попрошу. Okay. So you don't have a ladder. У вас ladder? You don't have a ladder. У вас нет лестницы. Until пока you have agreement. У вас нет соглашения. A commitment from the participant. Соглашение участника. To do their best to follow your direction. Как можно лучше выполнять ваши указания. Okay. And don't take that for granted. И просто так это не дается. It's not automatic. Это не автоматический процесс. It's between you and every person in the room. Нужно его устанавливать между вами и каждым человеком в комнате. As a pair. Как пар. You understand? If I'm standing in front of this room, если я стою перед аудиторией, and I look around and I'm talking to the group, я оглядываюсь и смотрю на группу, and I see somebody, и вижу кого-то, that's not connected, кто не присоединен,
or that is having a negative calibration repeatedly. Или у кого постоянно отслеживается негативная калибровка. Or that shows negative reactions to the things that I'm saying. Или который негативно реагирует на то, что я говорю. You understand what I mean when I say that? Понимаете, что я имею в виду под этим? Yeah. Да? Good. Mm-hmm. Because you know, somebody's sitting there. Кто-то может сидеть так. And then when I say things, they kind of. И когда я что-то говорю, он. And I say something else. Я что-то еще говорю. I don't have permission. У меня нет позволения. There's no growth ladder there. Там нет лестницы роста. And for me to give them an exercise to do such and such. Для меня, если я такому человеку дам упражнение сделать то-то и то-то, is a waste of time. Будет просто трата времени. They're going to fail on purpose. Потому что он специально провалит это упражнение. Или случайно провалит это упражнение. Или вообще его не будет делать. И все. У вас не установились отношения. Ребята, если у вас нет отношений, у вас не может быть тренинга. Понимаете? Вы должны понимать, что он происходит между двумя людьми. У нас есть отношения между нами. If you know it, I know it. Вы знаете об этом, я знаю об этом. У нас есть отношения, у нас есть отношения с вами. We have a two-person relationship all around the room. И так везде, по всей комнате. You understand? Понимаете? And for me as a trainer, I have to be careful to pay attention to these relationships. И мне как тренеру нужно обращать особое внимание на эти отношения. They're not free. Потому что они бесплатными не бывают. This is you and another individual. Это вы и еще одна личность. And you need to respect that. И нужно это уважать. Because without it, потому что без этого you don't start. Вы даже не начнете. Okay? Now, once you feel like you have some kind of agreement, когда вы чувствуете, что у вас появляются отношения или соглашения, как вы об этом узнаете? Как вы узнаете, что у вас появилось соглашение? Вы стоите перед группой. Calibration? Okay. Keep going. Да, продолжайте, продолжайте. Calibration meaning? Калибровки значит что? Фидбэк. Okay, good. Да, хорошо. Обратная связь. Пример. Вы даете спрашиваете, они отвечают. You say they ask. Okay, good. So they ask clarifying questions. Да, они могут задавать уточняющие вопросы. And when you give the answer, you get a positive calibration reaction. Когда вы даете ответ, то вы видите положительную калибровку. Okay, right? Да, вот так. Good. Because if they ask me a clarifying question, потому что если мне задали уточняющий вопрос, я отвечаю. And they go. Человек говорит, делает. Then there's no permission here. Тогда никакого соглашения нет. So it's not just a question. Поэтому это не только вопрос. It's the relationship created by the answer. Это отношения, которые создаются ответом. Right? Так? Okay. Yes. Да. They don't have okay. They non-verbal signals. Okay. Such as. Невербалика такая как? Какие? Okay. So if I'm standing here and I say something to you, если я стою здесь и я вам что-то говорю, and your body starts coming at вас, me, тело начинает двигаться в мою сторону. No, baby. Не, не. Да. You're ready for the ladder, right? Вы готовы к лестнице, да? Guys, come on. Ребята, ну что вы? Goodness. Хорошо. Они проявляют знаки заинтересованности, кивают, соглашаются. Good. Okay. Хорошо, да. Copying. Positive behaviors of mine. Копируют мои положительные действия. Generalized positive reactions, such as yes. Да, в обобщенном виде есть определенное положительное действие. Or sometimes it's a Pusilik, we got it. Go ahead. Или иногда говорят Pusilik, поняли, давай дальше. Yes. What you said is a active positive calibration. Good. Active positive calibration, interest calibration. Да, активная позитивная калибровка, заинтересованная калибровка. Right? Юсик, поняли? Давай дальше. Юсик. Sorry. Sorry. Thank you. I needed that. Да, мне нужно было. But I know you want to. Но я отвечу. Okay. When you're both here, когда вы оба находитесь здесь, okay, that's the beginning. Это начало. Okay. You lead. Вы ведете. Okay. If you're ahead, если вы впереди, you're inviting. Вы приглашаете. You're giving direction. Вы даете направление. Identifying the goal. Вы определяете цели. You're saying, here's what I want you to do. Вы говорите, я хочу, чтобы ты сделал больше.
The rules are fairly simple. Правило очень простое. If you're on the same step, если вы на одной ступеньке, you're celebrating. Вы празднуете. If you're on the step ahead, если вы делаете шаг на ступеньку вперед, вы учите или обучаете, или показываете. Saying, come on. Говорите, давай. Okay. So, the rules are simple. Правило простое. If you're on the same step, you can only be either on the same step or one step ahead. Вы можете быть только или на той же ступеньке, или на ступеньку выше. You cannot be two steps ahead. Нельзя быть на две ступеньки выше. Doesn't work. Так не работает. Okay. Why? Почему? Okay. So, they say okay, they join you. Человек говорит хорошо и присоединяется к вам. Well, it is time to. Да. Теперь что мы делаем? Celebrate. Празднуем. Well, dance. Да, танцуем, улыбаемся, смотрим друг на друга. Вы это видели, когда вы делали презентации друг перед другом. Вы отслеживали, считаю ли я, что вы хорошо поработали или нет, да? Так? Те из вас, которые, как я обращал внимание, делали что-то интересное, But I didn't interrupt you, but you know. Я не перебивал вас, но вы понимали, что я считаю, что вы сделали что-то очень интересное. Как вы это знали? Откуда? Я почувствовал, что Фрэнк смотрит, когда я говорил. Я увидел, что он есть, и когда я закончил, я посмотрел на него, увидел осуждение, увидел, что Фрэнк. Хорошо, да. И? How do you know? Откуда вы узнали? First one, just observation, the positive collaboration. Both of them and some of the rest of you. Да, и некоторые еще из вас. Celebrate success. Праздновать успех. As I can't overstate that. Я не могу переоценить это. When people do something good. Когда люди делают что-то хорошее. Show something. Покажите что-то. Smile. They're not robots. Улыбнитесь, они не роботы. And a lot of people do not have the ability to do this for themselves yet. А некоторые люди еще не научились сами себя хлопать по плечу. And you're the trainer. Вы являетесь тренером. You're the one that they're kind of. Did I do okay? Вы тот, который говорит, ну как, у меня все в порядке. Okay. If you don't pay attention, если вы не обращаете внимания. Вы получите, ничего не получите в конце. You're the source of their celebration. Вы являетесь источником их празднования. So that look, that smile, поэтому взгляд, улыбка it's important. Очень важны. Они значат много. Once they feel the celebration, когда человек чувствует это празднование, then they're ready. Тогда он готов. Хорошо, а дальше-то что? That's what you want. Вот что вам нужно. Okay. Человек готов был вам сказать, ну что дальше? Он начинает становиться заинтересованным. And then you say, okay, great. Now. Вы говорите, здорово, так вот дальше. You lead again. И вы снова ведете. Okay. And they try, and they work. Человек старается и работает, делает что-то, делает что-то неплохо. Good for you. Хорошо, молодец. So they do it. Человек делает что-то they еще, wow. Присоединяется вам, and you keep going. И вы продолжаете, step by step. Шаг за шагом. Watch out. Аккуратно. So you lead again. И вы снова ведете. And they have another success. И человек еще с вами добивается успеха. И вы снова ведете. And they go back here. И человек остается на ступеньку ниже. They fail. У человека что-то не получилось. The assumption you make at this moment. Предположение, которое мы выдвигаем в этот момент, is the most critical assumption in training. Является наиболее критическим предположением в тренинге. Or leadership. Или в лидерстве. Если вы неправильно будете судить в этот момент, you're never going to be a great trainer. То великим тренером вы никогда не сможете стать. Никогда. What's the assumption most of us make? Какое предположение делает большинство из нас? The student failed. Что ученик провалился. Or didn't do it. Или or did не выполнил, something wrong. Или у него не получилось. The student made a mistake. Ученик допустил ошибку. You understand? Понимаете? Students don't make mistakes. Но ученики не делают ошибок. Only teachers make mistakes. Только учителя делают ошибки. Only trainers make mistakes. Только тренера делают ошибки. Тренеры делают ошибки. Get that in your head now. Пускай это у вас в голове закрепится. Если еще не зацементировано. Because the assumption. Потому что предположение. That they made a mistake or did something wrong. Что-то не так.
происходит с ними, is one of the most damaging assumptions on this planet. Является одним из наиболее разрушительных предположений на Земле. You understand? Понимаете? Who's responsible for these criteria? Кто отвечает за критерии? For each and every step. За каждый конкретный, за каждый the student? Ученик? Or the trainer? Или тренер? The trainer. Тренер. So if the step didn't work, поэтому если шаг не прошел, then who failed? Тогда кто провалился? Тренер. The trainer. Тренер. Period. И все. That's called a strategic lie. Это называется стратегическая ложь. It might not always be true. Может быть, это не всегда так. Doesn't matter. Это не важно. Doesn't matter whether it's true or not. Это не важно, правда это или нет. Because the assumption that you make, потому что предположение, которое вы выдвигаете, creates growth or failure. Создает рост или неудачу. Let me show you the magic here. Давайте я покажу вам еще волшебство. Может быть, это для вас будет очевидно. This moment, в этот момент, is most common mistake number one. Является наиболее часто встречающейся ошибкой. This номер один. One of the most damaging assumptions that exists. Это самое разрушительное предположение, которое можно встретить в тренинге, в лидерстве, в учительстве. What do most people do at this moment? Что делают большинство людей в этот момент? What do they do? Что они делают? What's the matter with you? Ну что с тобой не так? What happened? Что произошло? What's wrong? Что не то? How come you couldn't do it? Как ты не смог это сделать? What's the matter? Ну и что? Didn't you understand the instructions? Ты что, не понял инструкции? Why didn't you do this? Почему ты это не выполнил? You hear that? Слышите? What's wrong with you? Что не так с тобой? Nothing's wrong with them. Ничего с ними не так. If they were not successful, если они не преуспели, what does it mean? Что это значит? It means that you, это значит, что вы неправильно определили или разработали пять критериев для этого человека. Why do we know that's true? Почему? Почему это все правда? What do we know about humans? Что мы знаем про людей? What do we know about humans? Что мы знаем про людей? What are basic human characteristics? Какие у людей есть базовые характеристики? Номер basic один. Human characteristic number one. Самая основная характеристика человека all номер один. Human beings want to be successful. Все люди хотят добиваться успеха. You understand? Понимаете? Nobody sets out to fail. Никто не предполагает, что у него будет неудача. It might look like it to you. Это может так выглядеть, but that's со стороны. Only because you don't understand their map. Но только потому, что вы не умеете читать его карту. If you understood their map, если бы вы понимали их карту, they set out to succeed. То человек планировал добиться успеха. Guys, it's built into us. Это встроено в нас. It's genetic, it's basic. Это генетика, это база. If it wasn't true, если бы это было не так, the dinosaurs would have won. Динозавры бы победили. We would have been lunch a long time ago. И мы бы у них ушли на обед очень-очень давно. They'd be sitting in here. Они бы тут сидели. The building would be a little bigger, but... Здание было бы чуть-чуть под другое, но... So, okay, let's assume. Хорошо, тогда. Предположим, давай примем такое предположение, что вы знаете, кто делает ошибки. They're back there at step 1, 2, 3. Человек находится на шаге 1, 2, 3. You're up there at 5. Вы находитесь здесь на шаге 5. Okay. What are the rules of the ladder? Каково правило лестницы? You cannot lead unless, вы не можете вести пока, unless you have what? Пока у вас нет чего? A connection. Привязки. Rapport, trust. Рапорта, доверия. Do you have it at this moment? И здесь у вас его нет? No. Нет. So, так что? What's the first thing you have to do? Что нужно сделать? Go back. Спуститься вниз. Where? Куда? Four? Куда? На четвертый? На первый. First. The three. На третий. Three. First. Three at first. Третий maybe, первый раз. Maybe one later. Может быть на первый потом. Okay. Three at first. Но сначала спустимся на третий. Now, if you show up back at three, если вы снова очутитесь на третьем уровне right с правильным предположением, you won't have to go back to one. То вам не нужно будет спускаться на первый уровень. With the wrong assumption, если у вас будет правильное, неправильное предположение, you're gonna chase them right back to one. Тогда yes. Нужно будет бежать на первый. У меня вопрос, что касается групповых тренингов, если в интересах все-таки всей группы или каждого конкретного человека? Should they work for the whole group in general or for each individual?
Each individual. Каждого конкретного человека. But the fun of it is that you get to do it in front of everybody. Но самое веселое в этом то, что нужно заботиться о каждом отдельном человеке перед всеми. But in fact, a lady named Virginia Satir. A lady named Virginia Satir. На самом деле дама, которую звали Вирджиния Сатир, was a trainer in family therapy. Она была тренером по семейной терапии. And she had incredible abilities. У нее были невероятные способности, как у тренера. Она могла выступать перед аудиторией в тысячи человек. 6 часов, 7 часов. Рассказывая про семейную терапию. Одно из наиболее часто встречающихся замечаний, которые делали люди после ее тренинга. Знаете, у меня было такое чувство, что целый день Вирджиния говорила со мной один на один. И когда так говорят тысячи человек, вы работаете с каждым конкретным человеком. Мы вернемся и будем говорить о том, как можно работать со сложными личностями, не мешая всем остальным членам группы. Я думаю, что это и было частью вашего вопроса. So, you go back. Возвращаемся. And it doesn't matter what you say. Не важно, что вы говорите. As long as you know who made the mistake. Если только вы знаете, кто допустил ошибку. Okay. My style. В моем стиле. I might go back and say. Я могу вернуться и сказать. Sorry. Извини. My fault. Я ошибся. I'm glad you backed up. Я рад, что ты удержался. Let's go back to step four. Ну, давай теперь пойдем вперед на четвертый шаг. Wow, sorry, my fault. Я говорю, извини, моя ошибка. And I see them go. Я вижу, что человек становится в боевую стойку. Что? Your fault. Что? Твоя ошибка? Okay. Ну, ладно. You'd be surprised, guys. Вас это будет удивлять. Sometimes just understanding who made the mistake. Иногда просто понимание того, кто допускает ошибку. It's enough to recreate the relationship. Достаточно для того, чтобы восстановить отношения. Always, не всегда, но очень часто. Especially if you have a history with them. Особенно если у вас есть определенный опыт работы с этим человеком. So, I come back and I say my fault. Я возвращаюсь и говорю, моя ошибка. I'm glad you backed up. Я рад, что ты отступил на шаг. Let's go back to four. Давай теперь вернемся на четвертую. Can they go to four? Могут ли они пойти на четвертую ступень? Sure they can. Конечно, they already did it. Они уже там были. So, you come back to three, you say, вы вернулись с пятого на третий, вы говорите, ой, прости, я ошибся. Let's go back to four. Пошли назад на четвертую okay, go back to four. Ступеньку. Вы возвращаетесь на четвертую ступеньку. They go back to four. И человек возвращается на четвертую ступеньку. Be careful. А вот теперь аккуратно. This is the second most common mistake. Потому что это вторая наиболее часто встречающаяся ошибка, the professional communicators make. Которую допускают профессиональные коммуникаторы. Last time we were both standing here. В прошлый раз, когда мы тут оба стояли, jump off that cliff, it's okay. Ты с этой скалы свалился, ничего. I did it. I broke every bone in my body. Да, я свалился, переломал все кости. I just got out of the hospital last week. На прошлой неделе вышел из больницы. I decided to trust you again because you said, oh, sorry. Решил снова тебе довериться, потому что ты сказал, ой, прости. You said, come on, let's go back to the edge of the cliff. Ты сказал, ну, пойдем снова на край скалы. I say, okay. Я говорю, ну ладно. Yeah, no, что, now what? А теперь что? You say, jump again, it'll work this time. Ну, прыгай, давай, в этот раз получится. Did it work? Сработало? You understand? Понимаете? Doing the repeating the failure is not going to give you success. Повторение неудачи не приведет вас к успеху. Doing it again. Сделать это еще раз. Well, you failed the first time. Не, ну, первый же раз у тебя не получилось. So that probably taught you how to do it right. Так что, наверное, ты теперь уже знаешь, как сделать так. So next time we get to the same place. Так что в следующий раз, когда мы будем стартовать с того же места, try the same thing you did last time. Давай попробуй то же самое, что ты делал в прошлый раз. It'll probably work this time. В этот раз, наверное, получится. I'm gonna start judging your psychiatrist. Я начну посещать твоего психиатра. Maybe you need to see the shrink. The shrink didn't help you much. Потому что shrink. Shrink, psychiatrist. Может вам тоже будет нужно сходить к психиатру, потому что в прошлый раз что-то не помог. Here you both are back at four. Итак, вы снова вернулись на четвертую ступень. They're a little nervous.
Но человек немного нервничает. The last time they were here, потому что последний раз, когда он тут был, didn't work very well. У него не так все хорошо прошло. Okay. Now what? Так что дальше? You're back at four. Вы вернулись на четвертую ступень. Now what do you do? Что делать? Take another way. Change something. Take another way. Change something. Maybe make the steps, make it, break it into steps. Может быть, разбить шаг на маленькие шажки. Who's your teacher? Кто ваш учитель? They are. Да, он. You redesign the step. Вы перерабатываете шаг. With whose help? С чьей помощью? With his. Do you realize what that said? What statement that makes? What that says, guys? Понимаете, что вы говорите сейчас? Какое заявление вы сделали? Благодарить его. Thank him. Keep on. Продолжай. Yeah. Да. Okay. They, your student. Ваш ученик helps you figure out, помогает вам определить, how to make these steps appropriately. Как подготовить для него шаги соответствующим образом. You didn't do it right the first time. Первый раз вы это сделали неправильно. Because you're trying to make the steps for their map. Потому что вы пытаетесь определить шаги для его карты. Right?